Всем привет. Ну, как бы активно вчера наши зрители отвечали на наш конкурс. И уже есть правильный ответ. Он был еще вчера. Он, конечно, не совсем развернутый, но тем не менее он правильный есть. Я его уже видел. И сейчас посмотрим. Может быть, за ночь появились еще другие ответы. Поэтому заходим на канал. Находим ролик. Так, сейчас я сразу его паузну. И сейчас зайдем в комментарии. И в комментариях сделаем сортировку. Сначала новые. И начнем, наверное, снизу. Начнем со старых комментариев, чтобы найти первого, кто дал правильный ответ. Самое главное, что правильный ответ у нас имеется. И это хорошо. Так, видим, вот самый первый у нас был 19 часов 2019 год. Это неверный ответ. Следующий 19 год неверный ответ. 20 год ответ верный, но, к сожалению, нет обоснования. Сейчас откроем здесь. Они просто оказались похожи. Ну, конечно, сравнение — это отличный вариант, но все-таки хотелось услышать, как именно я. И, разумеется, да, я сравнивал. Это само собой. Вот варианты. 18-й год совсем неправильно. 14-й год тоже очень совсем неправильно. В 14-м году стольника не было. Применение кириллицы — тоже ответ неверный. 2021 год — ответ неверный. 19-й год — вот здесь человек пишет, ответ неверный. Но определили, скорее всего, по неправильной надписи на гурте. Нет, там надпись как раз таки правильная. Здесь у нас тоже про гурт. Так, 2021 год тоже неверно. 19-й — ошибка в слове неверно. 20-й, скорее всего, по гурту. Нет, не по гурту. Так, вы уже, наверное, видели ролик. Я там все объяснил, поэтому вот сейчас просто ищем. Вот, вот он. Находим правильный ответ. Самый первый, 2021. По канту 20-й год уже более глубокая печать, но это, да, есть такая деталь. И по герба лучи, вот. Ну, это правильнее сказать, все-таки не лучи, это у нас на гербе изображены ости, но, тем не менее, вот это был самый первый верный ответ. И, как мы обещали, вот этот вот наборчик президента Украины уйдут победителю. Победителю просьба вот здесь вот, под своим комментарием, зайти и написать свой номер WhatsApp. Для того, чтобы мы точно знали, что это вы, чтобы у нас все высветилось, чтобы мы не ошиблись. Поэтому, Виктор Калинов, пожалуйста, свой номер WhatsApp прямо в комментариях. Но, Игорь Павлович, давайте полистаем. Может быть, еще были какие-то более правильные развернутые ответы. Надпись на гурту тоже неверно, как я уже сказал. Так, дальше смотрим. Привет из Самары. Самаре тоже привет. Так, 21 год. Очень бы хотелось найти брак 21 года. И, как вы помните, за это мы тоже приз обещали. Но пока стольника 21 года нету у нас в наличии. Кстати, вот сейчас один из наших зрителей постоянных принес мне монету 20 тенге 21 года. Мы потом отдельно снимем ролик, покажем. Так, это тоже не то. Так, монета 20-го, как надпись? Без ошибки, по гурту. Ну, тоже, как видите, не совсем точный ответ. Монета 2002 года, Федор Васильев, потому что она не настоящая. Монета как раз-таки настоящая. Что ни на есть настоящая. А вот тоже интересный вариант предложен, что дата 2020 определили с помощью бумаги и простого карандаша. Да, мы помним все эту детскую, как мы в детстве это делали, клали монетку под бумажку и карандашом перетирали, но здесь, к сожалению, так не получилось бы. Но, тем не менее, да, интересная версия. Ну, здесь вот тоже человек упоминает про четкий кант. Да, есть такое отличие, но это не столь важное отличие, которое бы стало. Так, ну, написано на английском, выпуклость по краям. Но это не совсем то. Ну, вот тоже ответ правильный, но не расписано.
тенге на латинице с 2019 года, теперь все монеты будут на латинице, а с 2023, может быть, латиница еще и поменяется. Так, ну вот подходим, чуть-чуть осталось. Ну вот Сергей Виза правильно написал, что внутри он написал, давайте зайдем, глянем. Методом тыка. Очень интересный метод, мы им тоже пользуемся, но в данном случае нам не метод тыка нужен. Так. Тоже не то. Ну и, к сожалению, вот у нас, видите, самый правильный ответ был только один. На всякий случай я тоже вот даже приготовил такой утешительный приз, думал, вдруг будет еще что-то. Но, к сожалению, не было. Но, тем не менее, впереди еще много конкурсов. Обязательно в них участвуйте. Ну, а победителю я объяснил, как выйти на нас. И мы обязательно в ближайшее время вышлем ему вполне заслуженный приз. Всем удачи. Ждите наших следующих конкурсов.